Приоритет при движении по кругу. В Запорожье продолжают устанавливать соответствующие дорожные знаки. Новые знаки перед кольцом. Теперь нужно уступать. Недавно на перекрестке с круговым движением возле парка «Дубовая роща» коммунальщики установили новые знаки дорожного движения. Теперь водители, которые едут по набережной магистрали, должны уступить дорогу тем, кто движется по кольцу. Напомним, еще в апреле были приняты нововведения в правилах дорожного движения. Теперь преимущество на перекрестках с круговым движением предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу. Для реализации изменений местным властям необходимо установить соответствующие знаки. На это из городского бюджета потратят почти 400 тысяч гривен. Ранее новые знаки установили на перекрестках улицы Иванова и Моторостроителей, а также на въезде в город со стороны областной клинической больницы.